Здорово, амигос. Продолжается резьба. Дают дельные советы мне, как проходить, что надо побегать, оставить Ребекку и побегать одному от этих бугерменов. Ну, сам бы я, естественно, не догадался, ведь я-то малолетка, я никогда не играл в такие игры на консольках еще, блин, в далеких 2003 годах во всяких там, не в Динокризис, где... Нет, там по-другому немножко было, там нельзя было двумя персонажами играть одновременно. Ну, в общем, ладно, все равно я благодарен вам за советы. Иногда очень толковая идея, вот особенно пролили свет на то, зачем нужны канистры, но во всем остальном я, в принципе, считаю, что в состоянии разобраться сам. А снова вы слышите звук с вашей любимой, ну и моей любимой тоже, гарнитуры. Микрофон Razer пока отдохнет. Я об этом еще, наверное, повторю на стриме, потому что, ну, резьбу смотрят далеко не все, вообще просмотры упали. Ну, понятно, на канале одни танкисты, никто не хочет смотреть ни Лару, ни резьбу. Это все понятно. Поэтому, ну, просто вы инфу немножко раньше узнаете. Вот, в общем, Razer пока отдохнет. Значит, я чего подумал сначала? Я приклею все-таки поролон. Ну, правда, вот когда немножко руки до этого дойдут. Эй. Сейчас вот с PlayStation надо разбираться, да? Потому что, ну, он должен уже начать окупать себя малой скоростью. Надо налаживать с него стримы, записи. Вот, сейчас завтра пойду заберу устройство видеозахвата. Возможно, будет задержка. Придется купить еще и микшер, еще один HDMI провод. Ну, короче, блядь. Очень печальные. Печальные огромные расходы, вообще непредвиденные. Ну да хорошо, что есть топ-донатеры, которые не дали пропасть за дон... Ну, я уже говорил... Это и все топ-донатеры со стримов, в том числе и Бочкарев Артем, который заслал просто нереальное количество евро. Вот. Без этого бы, конечно, PlayStation... Нет, PlayStation бы стоял, однозначно я бы в него играл, но устройство захвата было бы теперь не скоро. Так, ладно, давайте посмотрим, что это. А, вот. Сейчас закончу мысль свою. Значит, сначала обхерачу стену ближайшую поролоном, да, чтобы она не резонировала. Дальняя стена, ну, я не так громко разговариваю, чтобы эхо от дальней стены прилетало в микрофон. А если это не поможет, то я думаю, что надо будет купить звуковую карту нормальную. Возможно, что встроенная в материнскую плату звуковая карта у меня просто говно. Но, с другой стороны, как я понял, в этих USB-микрофонах звуковая карта уже встроена сама по себе, поэтому я вот не знаю, поможет ли это или нет. Если кто-то из вас шарит в звуке, напишите, влияет ли звуковая карта на звук с USB-микрофона. Вот вопрос, в общем-то, простой. Если можете что-то посоветовать годное, то тоже можете кидать ссылки. Всем, собственно, спасибо заранее. Ну, а если случится самый худший вариант, и это все не поможет, я этот Razer, сука, разъебу об стену, потому что, блядь, пиздец, как обидно, на самом деле, просто отдать хуеву кучу денег, да, ну, по меркам микрофона, блядь, 18 косарей, получить звук хуже, чем из гарнитуры, блядь, за 2 косарика, ну, это днище просто, блядь, нереальное, нахуй, я не знаю, почему он у всех работает вот так, блядь, а у меня, сука, вот так, и вообще в ахуе, просто, блядь, ярость и обида ебаная. Ну, давай вставить. Я люблю вставить. Давай вставим что-нибудь еще. Так, Б вставим. Сразу две вставим. О, ебёно пассатижи. Что-то такое-то. Что-то написано на сиденьях. Ну да, что-то. Это цифры. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, С, Д, Е, Ф. А что, блядь, загадка такая, что... А, системный диск. А, вау. Кадр микрофильма. Изображение, полученное путем наложения микрофильмов А и Б. Места конференции. Так и нахуй они мне нужны. Блять, я, конечно, это сфоткаю, но мне кажется, что надо было, имело смысл, наверное, посмотреть микрофильмы отдельно. Вообще, конечно, я что-то сейчас я фотик включу. Я просто не врубаюсь. А что, я не мог просто сам посчитать эти столы, что ли? Блять, засветка ебучая. Сейчас. Это как недавно ездил в одном быстром поезде с
спросил у этой стюардессы, говорю, а как у вас тут, где тут вот такой-то вагон? Ну, потому что нихуя не понял, где это написано. Она говорит, ну, вот это, значит, вагон первый, за ним будет второй, за вторым будет третий, потом четвертый. Говорю, слушайте, мадам, я, бля, считать-то умею, вы мне скажите, у вас нумерация, это, сучка, с главы, ёпты, бля, поезда, или с конца? Вагон у нее, блядь, 1, 2, 3, 4, 5. Неужели у меня настолько тупое выражение лица, что скорбно, это скорбно. А спрашивают, что я в маске сижу, ну видите. Меня никто не будет воспринимать всерьез. Наверное. Так, ну чё. Ну что, блядь, тентакля ходячая, давай, ты и я, ты готов, я надеюсь, я очень готов. Я сейчас прострелю тебе ноги и... Шнель-шнель. Ну подходи, ублюдок, мать твою. Че ты меня трахнуть хочешь? Я сам тебя трахну, давай. Ебать ты медленный тип. О, смотрите, так это же голова директора. Хорошо, 2-1. 1-1, то есть. Что это с ним происходило? Там его как будто распирало прям. А он за мной не погонится через дверь? Okay. Ребекка, я кое-что тут... Я покушать принес. Так, подожди, а что ты пистолет-то выкинул? Ты что, совсем что ли? Ну подбери ты, ебёнать! Сука. Какого художника, блядь, теряет Россия на моих глазах? Что происходит? Да, это много объясняет. Не понял. А, это не ее пистолет-то, епт. Ладно, тогда давай ты мне передашь. Некоторые спрашивают, зачем ты носишь ленту с собой? А вдруг я у следующей машинки захочу сохраниться? Или что? Оу, е. Ладно, можешь заряжать свою пуколку. Смешать. Канистру не имеет смысла с собой таскать. Вот это точно. Подожди, а мой пестик что? Максимально засранный инвентарь, это мой стайл. Да ёб твою мать, теперь ты, блядь, тупишь, что ли? Ёбаный рот. Блядь, сука. Канистру, да? Блядь, конечно, ёб твою мать. Хули, присел жопой на пистолет. О, нормально. Когда уже изобретут голосовые команды, чтобы я люментиал, и все нормально. Помните, да, люментиал, но это для олдфагов. Так, так, где, в какое место втыкается это? Ага, вот в этот следующий. Ну вот, все правильно. Это будет великая разгадка. В принципе, я особнячок-то почти прошел, получается, осталось-то чего тут? Так, втыкаем системный диск. У кого он? У Ребекки, по-моему, да? Чего-то Ребекка у меня ходит с пустыми руками. И она... Стрелять она, блядь, не собирается ни в кого. Правильно, зачем? Мы люди мира. Нам не нужна война. Нам нужен мир. Весь мир. Так, ну что, вот системный диск. Он тут один нужен или... О-о-о. Ну, работает херовина. Доступ получен. Система сброса активирована. О, а? Система сброса бомб. Пароль ОА. 0А. Че, клавиатуру спиздили, что ли? Вон вроде есть. Вот он пароль. Ядрена пассатижа, как хитрожоп все придумал. А где моя фотка? Так. Блять, вот на этой качестве не очень, конечно. Так, чьи-то сиськи. А, вот. Так, 0А. Значит, где-то 0. А вот это... блядь, а как так-то? Вот это выход, да? А, ёб твою мать.
Вот это ноль. Так. I'll go alone. Roger. Я, кажется, понял, что тут надо все. А это значит, вот это что ли? Дело в том, что тут пришлось развернуться. Ебануться, развернуться. Ну. То есть я стою вот так. Блять, хули ты крутишься? Что-то ничего, ни хера не понимаю. Кто-то из них двоих стоит у меня неправильно, блядь. Так, это ноль, хорошо. Значит, а на другой стороне с краю, вот, а. Хотя нихуя, это не а. Вот, а. Что-нибудь, блядь, работа здесь будет? Ёбаный в рот, что за хуйня? Мне кажется, это рыцарь сейчас заблокировать должно. Пиздец. Сука, твою мать, ну и говнище. Может, я все-таки, блядь, что-то путаю? И вот это А. А ноль вот там. Почему он щелкает два раза, блядь? Я вот не понимаю, почему? Слышите, щелк-щелк. Может быть, это не дверь? Может быть, это вот отсюда? Может, вот это ноль? Пиздец, сука, фотка кверх ногами сделали. Уёбки. Даже раз вот это ноль. Монитор погас у него почему-то. То. А, это вот это что ли? Вот это? Охуенно. Это не я тупой, это, блядь, фотка у них тупая. Сам ты Наташа вообще. Вот, что я хочу сказать. А, у них. Ничего у них этих рыцарей, блядь. Три двери с рыцарями, пиздануться. Я только две видел даже. Так, ну и чего я сейчас тут обнаружу? О, блядь, вот это большая локация сейчас будет, смотрите сколько. Коридор, еще комната, еще и большая комната. Ну и, блядь, если там кишечный монстр, то, сука, это будет дно. Так, что, пойду сохранюсь, что ли? Если что, кстати, тренер кто-нибудь на сохранялке видел, потому что меня заебало переигрывать. Так, блядь, напугал, уёба. А, блядь, сука, нахуй ты в кадр-то залез. Я подумал, кто-то гонится, не просто охеренно быстро. Вот, есть кто-нибудь знает этот тренер, чтобы вот, ну, ленты, если кончится, чтобы их вот наколдовать, 999 штук? Потому что я, конечно, ну, это не чит, понимаете, просто, блядь, когда ты пишешь эту хуйню, и вот эти дальние переигровки, они, ну, нахуй не нужны. Вот я вот эту библиотеку чистил 3 раза, 4 раза, блядь, в итоге. 3 на летсплее, 1 раз без записи, потому что, ну, пытался дойти. Вот. Когда меня этот тентакля сожрал. Нахуй мне это как бы надо. Пиздец полный. Так, сейчас. Так, ну чё там ожидает нас друг на пороге ада? Так, не знаю, стрелочка не вылезла ли на экранчик. Дверки какие, блин, стрёмные. Блять, патронов нет, сука, стреляй в него нахуй. Как так-то, блять? Как? А чё, ей нельзя отдать, что ли? Обменять. Наверное, после боя.
Блять, куда ты стреляешь? Мудак ты этот, как там тебя зовут, сука. Обменять. Обрати внимание, жизни нету нихуя. Так, подожди, обменять. Я хотел патроны вообще забрать, экипировать. Вообще жадная эта часть на патроны, они шутер, конечно, от души заебенька. Ой, блядь. В два ствола. Чё, не ждал, ёпта? Сам, наверное, не понял, куда попал. Ой, блядь. Ой, печень. Ой, на. Это как в школе на физре, когда побегаешь, сука, с непривычки. Так, ну чё, пойдем, получим звездюлей в этой комнатке. Тут зал какой-то мощный, наверняка тут засада просто ебаническая. Лейтенант Дукалис, всем на месте! Чё, никого? Всем стоять, то есть. Хотя похуй. Дукалис один хуй никто бы не послушал. Так, чё тут? Чё тут? За окном виднеется широкая водная гладь озера. Ну, пиздец какой-то. Ну, широкая водная гладь. Ну, нормальный пацан с татуировкой на руке никогда ты от них скажешь. Он сказал бы, бля, там лужа какая-то, короче. Вот. Широкая гладь озера, ёпты. Ты бы еще знаешь, там, пылает за окном звезда. О, шахматная доска, ебать, с пятью фигурами. Похоже, партия завершилась матом. Да, отборным русским, блин. Чё за партия такая вообще, блядь? Это как в школе, блин, шахматы играли. Битва до последнего, блядь. У кого фигуры кончились, тот проиграл. Ух, нихуя себе, смотри. Вау, здесь как в Гарри Поттере, огромные шахматы. Рон? О, зажигательные. Блядь. Зажигательные, это огонь вообще, это огниво настоящее. Так, обменять. Забирайте. Забирайте. Я вооружен, пиздат и опасен. Какую нахуй пылью? Ты вот это забери. О! Наш пошла. Так, стелочка, ты давай ленточку прикармань. Вообще не лишняя. Шикарно. Так, дела идут. Так, а вот в глобусе мини-бар, наверное. Давай сейчас синьку найдем, напоим Ребекку и вдуем ей. Похоже, он серьезно прогнил. Да ладно тебе, нормальный бар. Так, шахматная партия. Так, в чем тут фишка-то? Значит, а вот эта херня, это типа ферзя, походу, она в углу была, да? Здесь в углу должна быть. Она в углу есть. Так, ращу я, что тут это? Так, вот эти две, тут ладья и какая-то хуйня, королева, наверное, тут подряд. Я так понимаю, тут одну фигурку надо передвинуть только. А, ладью с этой местами поменять. Блять, пешка какого-то хуя дошла до финала. Ладья и вот эта мандула, они идут. Вверху ладья, внизу. Ага, понятно. Что ты делаешь, спросите вы? Я царь знает, что делает, отвечу я вам. Надо вот так вот ее хуяк. Сюда, да ёб твою мать. Сука, блять, ты чё меня бесишь? Ну камера, ну ёб твою мать. В шестой части камера такая же бесячая, это, наверное, отсылочка. Ну и чё, вот директор этого кабинета каждый раз шахматы двигал, чтобы открыть вот это говно. Дай-ка я книжку открою, пойду шахматы подвигаю. Ну, книга, это понятно, там деталь последняя от моего вот этого, того самого, чего мне там не хватает. Так, давай-ка мы употребим тогда вот это месиво, потому что, ну, со слотами у меня, как обычно, вообще все прекрасно. Сейчас, я так понимаю, полезут эти твари, обоссанные, поэтому надо вот так вот сделать. Гранаты, а там зажигательные. Эпипировать. Так, чего там у нас лежит-то? Evil книга. Просто черная библия сатаны. Как вы не можете взять эту вещь? А, ну да. Сорян.
Давай. Да, ёпты, хуль ты на неё вылупилась-то, бери её в руки-то уже, ёпты мать. Время, блядь, мегабайты. Ещё кое-что есть, да вы, блядь, издеваетесь. А, дневник Маркуса. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали, новый вирус. Мы назовем его прародитель. Я хочу взять его с собой и как можно скорее начать детальные исследования. И как можно скорее распылить над городом. 23 марта. Февраль, март, ага. А, мой партнер Спенсер подал идею основать компанию. Ну, по фильму Спенсер это тот, кто яд пытался как раз скрысить. Что ж, пока это не мешает изучению прародителя, я не против. Пускай делает, что хочет. 19 августа. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю почему, но этот человек становится слишком назойливым со своими детищем. Но думаю, что я смогу использовать это в своих интересах. Для исследования столь загадочного вируса необходимо особенное место. Место, где никто не будет мешать, но... Но 30 ноября люди Спенсера сегодня от них опять поступили жалобы. Они думают, что прародитель – это еще один инструмент для получения выгоды. Вот эти глупцы. С тех пор, как я занимаюсь своими исследованиями, и без того отвратительный голос этого человека звучит все громче. Я добьюсь коммерческого успеха прародителя, чего бы мне это ни стоило. Необходимо сделать исследования более предметными. 19 сентября. Наконец-то, ёпты, появилась перспектива создания нового штамма вируса на основе прародителя. В результате множества экспериментов решающим фактором стало скрещивание вируса с ДНК пиявки. Это первый успех Т-вируса, первый усовершенствованный штамм прародителя. Бесполезно, ёпты. Я не могу надеяться на детальный успех, на дальнейший успех, экспериментируя на морских свинках. Если я начну использовать людей в качестве подопытных, исследование зайдет в тупик и уже никогда не выйдет на новый уровень. Кажется, кто-то заметил мои эксперименты в этой части здания, но мне плевать. Они помогут моим экспериментам, если будут мешать. Помогут в кавычках, в смысле, он сделает их подопытными, если вы в танке не поняли, в чем базар. Дело сделано. Мои прекрасные пиявки. Этим никчемным людишкам никогда не испытать подобного чувства удовлетворения. Теперь я окончательно заткну Спенсера и буду управлять всем. 31 января. Я заметил следы использования одного устройства, спрятанного в моей комнате. Похоже, кто-то искал здесь Т-вирус, глупые шавки. Наверняка все это дело рук прихвостней Спенсера. 11 февраля. По нескольким приметам на днях я обнаружил, что кто-то изучал вход в мою секретную лабораторию. Придется принять необходимые меры, если они хотят этого. Но пока что поручу Уильяму и Альберту разобраться с ворами. Эти двое единственные, кому я могу доверять, кроме моих прекрасных пиявок. Дуримар хуев. Ой, простите. Но Спенсер, это еще не конец. Ведь так я объявлю о создании Т-вируса на ближайшем совете директоров и получу наконец то, что я заслужил по праву. Мне вот интересно, лучше бы ты лекарства от рака, блядь, искал. Кому нахуй твои вирусы нужны? Ты что их, блядь, Аль-Каиде продавать собирался, что ли? Мудофил, блядь. Серьезно, ну что? Эй, не тупи. Там крыло черное должно быть. Как я понимаю, в прошлый раз книжка-то была беленькая. Херак? Кто бы мог подумать, да? Ой, боже ты мой. А это чтение просто в тоску вгоняет. Да ёбаные шахматы. Нет. Вот. Какое кресло задрипанное. Так, я хотел карту посмотреть. Ага, еще одна комнатка. Но у нас инвентарь засран до невозможности. Ну, сейчас должен появиться мистер Тентакли, я так понимаю. Придется его ушатать из гранатомета. Мистер Тентакли не появился. Смотрите, а что такое? Наверное, они здесь. Мистер и миссис Тентакли. Стреляй в него. У тебя патроны дешевле. Мне кажется, кто-то к кровати привязан. Да, хуй там плавал, блядь.
Огонь на поражение, огонь на поражение. Классный ракурс. По-моему, ты косая. Голубая трава. Голубая трава, голубая. Голубая трава, голубая. Сука. Нам нужен контейнер. Оу. Отравление я лечила. Голубая трава. Ой, бля, вообще. Фу. Сука, сам пошутил, сам поржал. Вот придурок, да? Так, ладно. Походу, тут пока делать нехер. Но мы сюда еще вернемся. Блять, а где мистер Тентакля? Неужели он не вылезет? Возможно, он уже ждет меня в каком-нибудь зале. Я думаю, что секретный кабинет — это вот портрет директора. Ну, я уже говорил, директора портрет отъедет. Так, я предлагаю сделать сейф. Срочно, срочно. Печатная машинка сохранится. Да, здесь был я. Число, блядь, такое-такое. Маркус и Ребекка были здесь. Сейвак. Бич. Е. Все-таки заметили, да, что я в основном играю мужиком? Даже не знаю почему. Я думаю... А. Я думаю, что, блядь, в инвентаре-то места у нас один хер нету. А-а-а, чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Пусть полежит, ничего страшного. Так, надо взять левую, приклеить к ней, блядь, без суперклея крыло. Кто эти статуи размандячил, я не понимаю вообще, что с ним стало. Wrong button, sir. Так, смешать. Ну все. Головоломка решена, портрет. Давай, отъезжай. Ну, я так и вдумал. Было пиздато, если бы оттуда сейчас Немезис вышел. Ну или тиран хотя бы. Это был бы номер. Только если бы вышел он, я бы точно помер. Да-да, берем. Берем. Сейчас надо инвентарь немножко почистить, а то что-то печалька вообще. Печаль печальная. Ну ножик, ёб твою мать, ну это же вообще днище. Не, ну пусть лежит. Хер его знает, когда он может пригодиться. У этого вообще все нормально. Ну что, пойдем мистера Тентаклю проведаем. Ай, опасно. Ух, ебать, сосраться, блядь, пауки, Ребекка, блядь, стреляй, нахуй, я ссу, блядь, малафья! Малафьёвые пауки крайне опасны. Так, давай-ка, значит, пока не тентакли, а обычные уёбки ходят, дай-ка с гранатомета их буду, значит, блядь, приголубливать. Ох ты, ебать, мой хуй, Ребекку жуй! Соси ногу. Блять. Ну чё? Сука, первый мимо, правда, походу, прошел. Охуенно. Я бы мог их ваншотить. О, мониторная комната. Там, наверное, Альберт сидит. Вместе со своим Уильямом.
сиськи минут на пару. Чик-чик-чик, хуй там плавал, все закрыто. О, ну это вообще дверь, дверь как в туалет в каком-нибудь баре там таком атмосферном, тематическом. Ну записка ж мигает. Или ты, блядь, читать не умеешь, долбоёб. Понятно, давай Ребекка. А чё за... О, наконец-то. Список заключенных исправительного учреждения. Мэтью Кей, мёртв, утилизирован. Мидж Дэй, мёртв, утилизирован. Пит В, подопытный. Севич Кей, переведен в исследовательский комплекс. Лойс М, переведена. Дэвид А, подопытный. Кларк С, переведен. Елена Джей, переведена. Терренс О, мёртв, утилизирован. Кейт, переведена. Мёртв, переведен. Мёртв, мёртв, переведен. Мишель, нахуй мне это надо? Роберт А, Кэрри Т, Мишель. Переведенные люди должны быть удалены из отчета. Это типа сколько я монстров тентакливых встречу, что ли, подсказочка была. Подсказонька была, наверное. Подсказань. Подсказоньки. Так, а ну-ка, раз, два, три, скрафтили. А вот и машинка, а ленты с собой у меня. А вот она лежит. Но я не буду сохраняться, потому что я, блин, очень косо стрелял из дробовика. Я достоин получить пиздюлей и начать все сначала. Excuse me? Ребекка, иди вперед, что-то я очкую, блядь. Хули тут творилось? Намек понятен. Ха! Ну чё, Ребекка, хочешь туда? Чё у тебя там, блядь, с патронами-то? Курочка, блядь, нормально. Кого без патронов оставить из них двоих? Нет, у нее есть коктейли. Я думаю, что она не пропадет. Подожди. Потуши-ка коктейльчик, может там в зомбаке обычный. Подсадить Ребекку, да, помацай ее за булки. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Я бы хуй туда полез. И чё? И чё? Мы в амнезии не такое видали? Кого они тут держали-то? Какое-то устройство для пыток. На дне колодца есть вода. Ну это... знаменитая бульбулька, наверное. Какое-то устройство для пыток. Шипы покрыты старой высохшей кровью. Электрический стул. Нет, это не электрический стул, это шипованный. Это знаменитый стул из вариативной загадки «Пики точены, хуи дрочены». Куда сядешь? Что, надо выровнять, что ли? Эньк. Блять, как охуенно управляется эта загадка. Ебанешься ее разгадывать. Все, так и оставь. Пиу. Пиу. Да поможет нам Господь. О, чётенько вообще. Хули мастер взялся.
Чпеньк. Ой, там листик. Ой, камера туда смотрит. О, божечки. О. Обоссаться. Где связь, вообще не понял. О. Большой брат следит за тобой. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. Слышь, анимешник, эти... I am very territorial. И что там за залупа? Обезьяна какая-то, что ли? Блять, натуре обезьяна. Рафики уже не тот. Хуя себе, как с ним биться-то, блядь. Анималити. Заебалити. Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Мы все знаем, что Umbrella наизобретала кучу вирусов, но один вопрос не дает мне покоя. Зачем она это делала? Зачем ей эти вирусы? Чё, оружие или что? Биологическое оружие, да, наверное. Хуйня полная какой-то, не оружие. Проще ядерную бомбу скинуть. Учитывая, какое массовое поражение наносит их вирус. Слушайте, как этот чувак похож на этого из Гарри Поттера, который в собаку превращался? Ой, не в собаку, а в оборотня. В оборотня. Держаться нету больше сил. Хули там дыра-то такая осыпалась? Ой, Билли должен будет сейчас прибежать на помощь? В рот миноги, а как же туда дойти? А, понятно. Как она рацию-то набрала одной рукой, интересно. Слепой секс уже тут! Я уже бегу. Обезьяны, блядь, нападают! Ебал я в рот! Восстание планеты обезьян началось! А чё я, блядь, не сохранился? А то, что мне ленту взять некуда, а там еще макака грузная. Охуенно. Ну, просто пиздата. Приз за самую бездарную растрату, блядь, боеприпасов отправляется Билли. Там чувачок-то сзади головка-то шевелит, но что-то, блядь, я в него въебал из ракетницы, я ему похую немножко. Ой-ой-ой. Как не можете-то? Ребекка, повиси, родная, подержись. Подожди. А, подожди. Держись, Ребекка, держись. Я бегу, я бегу. Твой супермен уже... Какого нахуй на мониторе? Пошел нахуй монитор. Твой супермен уже близко. Держись. Держись. Из последних маникюром цепляйся. Напряги накладные ногти. Так, дайте-ка мне ружье, а то я в натуре не добежать не успею. Сейчас, 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 я, блядь, сейчас я вот гранатомет подбираю и бегу. Фиолетовый почему-то он встал, правда. Полежав на полу.
Твой Бэтмен мчится! Не спеша так двери, правда, открывает. О, блядь! Что происходит? А, вот я здесь. Ух ты, ебать! Божья тварь! Че, да ладно, опять что встает? Блин, нахуй. Че я должен сделать-то? А что надо делать? Подожди. Там веревка лежит, может веревку кинуть надо? Пламя очаровательно мелькает в воздухе, а Ребекка сейчас очаровательно вниз ебанется, типа хуй. Нихуя не понимаю. Пиздец. Игра еще и вылетела, сука, залупа поганая. Пришлось, блядь, второй раз сюда бежать по коридору. Ну, в общем-то, дошел опять с тем же самым, что патронов почти столько же. Я не понимаю, что делать надо. Как эту манду, блядь, вытаскивать? Блядь, карты не переключить. Че надо-то, ёб твою мать? Возьми, блядь, веревку, кини веревку, сука. Может, со стола что-то, блядь, нихуя. Может, колодец? Значит, может ее, блядь, вообще надо... Может, надо идти ее поймать, блядь, из дырки? А куда? Это и так подвал, блядь. Куда там дырка? Только если в ад, нахуй, куда-то она упадет, блядь. Этот лежалец вообще станет когда-нибудь, интересно? Или он там на вечном приколе? А что это за схема? Похоже на доску для объявлений. Отлично. Я в шкафу чё. Дверца сломана, ну пиздец. Конечно, это серьезная помеха. Я думаю, что надо хотя бы выйти из подземелья, чтобы карта особняка включилась, и посмотреть. Они обезьянами, надеюсь, весь особняк не засели. Но вообще таймера нету, я думаю, что она не упадет в любом случае. И тут невидимый какой-то таймер. Так, ну и чё? Ну, пизда-то, я просто не понимаю, где она. Подождите, а где? А чё за лестница слева такая нарисована? Учебный центр. Третий этаж, второй этаж, первый этаж, подвал первый. Это где? Кажется, она куда-то туда проваливается. Тут один подвал. Ну, здесь лесенка слева нарисована, но я вообще не понимаю, куда она ведет. Нет, мы отсюда пришли. Хуйня полна. Ладно, блядь, давай сюда попробуем. Ну, это единственное вообще, что я могу понять, вообще куда идти, если и там не помочь. Ну, и спецназовец сейчас встанет, наверное. Здорово, родной. Ты внезапен, как Бэтмен просто, блядь. Я балдею. Так. Где это? Вниз, смотрите, вот написано даже вниз. А, ну все верно. А, ну да, тут парвы. Заткнись нахуй. Че она, блядь? Еще ниже, что ли? Это вообще днище. Нахер я тогда с обезьянами там сражался, с тремя, блядь, геройски там патроны тратил.
за тварь ебаная. Там еще одна, ёб твою мать. Да вы ёбу что ли дали, эй? Разработчики этой шикарной игры, куда столько-то, блядь? Еще одна, пиздец. Сука рваная. Где эта мандата висит, я, блядь, не понимаю. Вон она. Тут где-то? Да, справа. Блять, аналитика спасла просто. Проанализировал ситуацию. Да ладно, падай, там один этаж. Ты же не с чердака. Я нихуя не понял, как он ты ее поймал, если я был только что... А, она, то есть, на этаж вниз и там зацепилась. Ну это, блядь, вообще хуй поймешь, что, как это, блядь. Ну, то есть визуально было невозможно понять, что куда она провалилась и где она висит. Коэн напрягся. No, sir, I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. Походу мы замутим, Ребекка. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Ой, усядки-то какие жидкие. Тебе, наверное, 16 по сценарию, да? Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? 23 человека, ебать! I just want to know the truth. Да я захуярил их и не поморщился. Довольно. It was around this time last year. Наш отряд забросили в Африку для участия в гражданской войне. Нашим заданием было наведаться в убежище партизанского сопротивления где-то глубоко в джунглях. Ебать. Но убежище было слишком далеко от нашей точки высадки. Кто-то умер от жары, а остальных убили враги бумерангами. В итоге, в живых остались лишь четверо из нас. Вот только никакого партизанского убежища не было. То есть как это? Кретины из командования послали нас на основании ложных данных. Но мы не могли вернуться домой с пустыми руками. Наш командир приказал нам напасть на мирную деревню. Черножопые были повсюду, я хуярил их налево, направо, веером от бедра, потом отрезал им уши, сделал из них цепочку, и тут меня взяли мусора. Вякнул на командира, поебал луна. Господи, такая хуйня. Так значит, ты казнил невинных людей? Да, все было в прошлом. В прошлом году. Так что забудем об этом. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. Это стокгольмский синдром, ребята. Она уже ему отсосать готова, смотрите. Это ведь был не ты, это был не ты. Да, это был не я. Ну что, переспим? Конечно.
Бабы, блядь, такие бабы, ёб твою мать. Они даже в игре меня бесят. Ой, смотри, мы братья по большой печени, по больной печенке, ёптать. Ладно, чуваки, время сохранится, короче, и это... Чё-то затянулось все вот это вот. Вот это вот все вообще затянулось нахрен. Так колготки не тянутся, как затянулась эта серия. Ну, надеюсь, вам понравилось. Тем более, welcome back гарнитурки. Все ее Айн нравится. Вот, так что. Все, короче, пишите, жмите. Что-то я сам подзаебался.